мистер Уэйн. Кларк Кент, Daily Planet. Что вы думаете про самосуд Бэтмена в Готэме? С правами граждан никто не считается. Люди живут в страхе. Он считает себя выше закона. Несколько лицемерно для Daily Planet критиковать того, кто, по их мнению, выше закона. Согласны? Ведь вы раздуваете сенсацию каждый раз, когда ваш герой снимает котенка с дерева. Я про пришельца, который способен испепелить планету. Парни! Брюс Уэйн и Кларк Кент. Ха, здорово. Обожаю сводить людей. Ну, как дела? Лекс. Привет. Лекс, очень при... Оу! О, крепкое рукопожатие. С ним связываться явно не стоит. Знаете древнейшую ложь в Америке, сенатор? То, что власть может быть невинной. Ты хочешь начать войну? Этот сукин сын уже начал войну. Ты знаешь, что не сможешь победить. Это самоубийство. Величайший гладиаторский поединок в истории. Сын Криптона против летучей мыши Готэма. Ты психопат. Какое емкое слово аж из трех слогов при таких скудных мозгах. Ты узнаешь, что значит быть человеком. Прекрати! Если бы я хотел, ты уже был бы мертв. Если человек не может убить Бога, справится дьявол! Что ты натворил? Вот черт! Она с тобой? Я думал, с тобой.